Глава Росавтодора вместе с губернатором Олегом Ковалевым осмотрели самые масштабные строящиеся дорожные объекты. В первую очередь делегация посетила строящуюся стоянку для ближегрузного транспорта и выезда от нее на трассу М5. Далее последовала транспортная развязка на 182 и 184 километрах М5 и объекты северного обхода Рязани. Мы сегодня смотрели объекты, как такие, которые реализуются за счет федерального бюджета, так и объекты, которые реализуются субъектом Российской Федерации, Рязанской областью, с привлечением субсидий с федерального бюджета. Таких объектов достаточное количество, мы сегодня много их посмотрели, как идет строительство, реконструкция, капитальный ремонт, работы по проектированию у нас в этом году, контракты будут подписаны. Роман Борисович, сколько на 2013 год у нас? По федеральным 1 400 000 000. 1 400 000 000 рублей федеральных средств в этом году будет использовано в Рязанской области. У нас в этом году начнется проектирование развязки в районе Михайловского шоссе. И мы обсуждали на следующий год перспективу проектирования, начало проектирования развязки в районе Куйбышевского шоссе. Значит, здесь есть сложности, связанные с тем, что невозможно до бесконечности расширять финансирование. Значит, но я думаю, что Роман Владимирович, если меня поддержит, мы вместе, значит, как-то решим проблему с тем, чтобы вот та подрядная организация, которая сегодня работает в Дягилево, что она, плавно завершая здесь, перейдет в район Михайловского шоссе и затем в район Куйбышевского шоссе. На развязке трассы М5 планируется строительство тоннеля шириной в 6 полос. Также появится надземный переход и 4-полосная эстакада. Материалы все заготовлены, имущественные вопросы решены, проблемы по переносу сетей также решены. Поэтому есть уверенность, что сроки, которые мы сегодня проговорили, они будут выполнены, и объекты будут введены в эксплуатацию на радость и горожанам, и жителям Рязанской области, и транзитному транспорту. Пока строительство объектов идет в срок. Сдача самого последнего планируется к концу 2015 года.